Это город-герой Ярославль. Это первая наша остановка с выходом на берег. Вот, друзья мои. Наконец-то мы на берегу. Березка. Давай вот тебя снимать будем. А не надо меня снимать. Тут клещей много. Клещей? Проспал одну ночь. У меня уже качка морская. Подожди, до Ладожского озера доберемся. Там тут качка. Не будет там, все спокойно. А я, пожалуй, вот здесь и останусь на корабле. Вот юнгой. Тут, ложись вот тут, вода. Я буду юнгой. Я сейчас разговаривала с главврачом в отношении массажа. В общем, 120 рублей – это одна единица. Все, а чтобы сделать полностью массаж спины от шеи до... До пяток. До... Не, ну ноги же тоже надо. Ну, в общем, 3 единицы считается. Так. Это получается... Это полчаса, да? 360 рублей. Спина. 360 рублей. Полностью массаж. Я делаю... На а такое... 10 раз 3600. 350 рублей. И ты купишь бутылку и делаешь массаж кишок. Ой-ой-ой-ой-ой. 10 единиц я сделаю. Слушай меня, надеюсь, это ты посчитай, дешевле. Сколько тебе нужно будет. 3500. Да. 100 баксов раз, да? Да. Я не знаю, нет. Один сеанс сколько стоит? 360 рублей. Так это копейки? Ну да, копейки. Это полчаса или час? Лёва, полностью спину тебе будут делать. Нормально. Так а по времени? Оно не по времени, там они по эффекту делают, там профессионалы. А по эффекту это 6 секунд. Ну толк у меня, вот я была у... А эффект это оргазм, чего? Да ну! Одна единица это... Была у невропатолога, профессионал вообще вышел. Она мне мышь головной, а она головной. Как болит, так и осталось болеть. Ну все, можно сделать сеанс. И 2500 отдала. Еще раз, значит, 360 рублей. 360 рублей сеанс. Сеанс. Все. Ну, тогда получается... я иду к ней, и сегодняшнего дня ты можешь делать. Да? Записаться. Она сказала, если вас возможности финансовые вас устроят. А я... сколько таких курсов? 10. Хорошо, 10? Ты успеваешь 10 сделать. Значит, 360, значит, сколько? 3600. 3600 разделить на 10, 360. Да? Нормально? И Ане сделаем. Ну, Ане можно воротниковую только зону. Там ведь они подразделяются. Если ей нужно то спинку и воротниковую зону, а не трогать поясницу, то там 200. Нет, ей поясница нужна. Мы сделаем. Ярославле. Тысячу лет ему будет в следующем году, будет праздновать свое тысячелетие. Ребята, у нас всего час, да? Даже меньше, если учитывать на дорогу назад. Час, час. Ребята, а мы назад сильно пойдем. Чувак. Простите. Да вот магазины, наверное. Кстати, я посмотрел часть спектакля, получилось неплохо. Я думал, будет хуже. Все хорошо. Мы кидаем туда еще. В прошлом круизе один такой мальчик, который достаточно болен, а они все больные, близкие к театру все, приверженные. Он полностью записал наш спектакль на хорошую камеру. Ну, единственное, что там головы, но там ведь было живое общение, живая эмоция. С публикой, да? Да. Это лучше? Ну, конечно, она ведь тоже заражает тебя. Заряжает, заряжает. Надо же. Я был здесь, в Ярославле. Помнишь Ваньку Емельяненко, помнишь, Саша?
Мы на машине сюда приехали, я за шинами приехал. У нас и шины в дырке. И мы здесь купались голову. Всю ночь. Ночевать было негде, мы просто бросили. Познакомились там кое с кем. Я в Рыбинске тоже был. Нам рыбаки приносили рыбину. Рыбину нам говорят, что Рыбинск, да? Значит, там рыбы полно. Вот знаешь, где рыбы полно? Это Березняка. Мы там были. Да. Это рыба. Потом, к сожалению, мы в Ухарии будем проплывать перед Нижним, кстати, наверное. И вот там рыбы много. Знаешь, когда такие на маленькие заходят, и там один монастырь стоит на острове. Ага. Вот там тогда рыбу. Да, дешевую достаточно. А жарить не на чем, да? Это она, знаешь, горячего копчения. Она уже горячая, и вот ее снимают с этого, с коптильни. Ага. Горячего копчения. Это потрясающе. А на берегу можно так выйти куда-нибудь покушать? Такую рыбу. А вообще много остановок таких будет долго? А? Остановок долго таких будет? Много таких будет? Так, это два. Почему нам сегодня спектакль поставили? Потому что завтра две остановки будут. Я уже сказала. Завтра две такой, будет остановки? Да. Будет такой будет плюс. Там потрясающее шерстяное белье ивановского производства. Потрясающе. Это подарки, которые можно брать своим близким. Фрукты! Да. Сейчас мы берем. Где здесь улица Ленина? Суркова. Непременно все делается на улице Ленина. Сталина. Шкала. Улица Шкала. Я люблю цветную капусту. О, огурчики, помидорчики. Сейчас. Пойдем в магазин, где магазин? На обратном пути мы сюда зайдем. Чувак, у меня была такая машина, самая первая, помнишь? Да. Точно такая машина. Шестерочка, беленькая. А у тебя такая же сейчас? У тебя девятка, да? Нет, семерочник. Салон семерочный. А вся шестерка? А вся четверка. Саша, мы выходим в самую центральную часть города, где театр Волкова. И где вот не спускается там... Зачем ты мне это говоришь? Я тут кое-кого. Видите, где... Нет, это как-то... Я уже все равно. Дай мне деньги, я хоть сигареты куплю, Гарри.